И все-таки, где же меняется это? Так, ну не своя игра. Коллекция, наверное. Выбор. Нет. Публики. Смайлики, эффект публики, что ли? Нет. Комментаторы, смайлики, не то. Консоли, эффекты. Портреты. Где-то же было менять вот этот начальный вид. Выбора нет. Своя игра. Тоже нет. Сетевая. Компания. Сменить игрока. Ага. Настройки, может быть. Игра. Короче, ладно, хрен с ним. Ну где-то вот я эту планету поставил. Я уже не помню где. Загрузим. Что у нас там? Время еще. Третья миссия на Марсаре. Какая-то оборонительная. Так. Чтобы обеспечить морпехов дополнительной защитой, поместите ее в бункер. Но это подсказка именно к миссии. Что стряслось? Да. Так, 5 рабочих сразу. Реликвия, бункеры. Давай, удиви меня! Режим готов! Отдавим их вентиль... Так, реактор. 2 единицы, 1 реактор. А здесь бруторию. Режим готов! Еще, кстати говоря, режим здесь... готов! Понятно! Пристройка завершена. Еще бункеры надо подстроить. Так, эта пристройка нам что дает? Медика. А газа-то нету, режим зараза. Готов! Подожди-ка, а чё? Надо же это... Так, казармы. Пристройка завершена. Режим готов. Недостаточно минералов. Ну окей. Пускай два пока строятся. Режим готов. Что происходит? Хранилище.
Есть! Бегом, марш! ФСМ готов! Газа-то нету, блин. А! Чего пугаешь? Кого подлатать? ФСМ готов! Выкладывай! А вот и они! Целься! Я уже заждался! Почему бы и нет? Что стряслось? ТСМ готов! Ну да, конечно! ТСМ готов! Кого подлатать? Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены! Находимся у станции Дальняя! Нужна помощь! ТСМ готов! Доктора вызывали? Так, ну по станции по-любому куда надо идти. Задавим их интеллектом! Доктора вызывали? Где тут раненые? Конечно! Бегом, марш! Вооружен и опасен! А? Да! Я уже думал, нам конец! Так, спасли пацана. Давай, удиви меня! Отлично! Кто на новенького? Я уже заждался! Так, есть работенка! Сюда бункер еще один построить. Будет сделано! Будут? Как скажешь. Кому наверх? Прочь с дороги! Что происходит? Угу. Требуются дополнительные хранилища. Да, строим уже, строим. А! Чего пугаешь? Требуется дополнительное хранилище. Точняк! Так, ну, задание — это защитить всех этих товарищей. Выкладывай! Владиш, ХСМ готов! Вооружен! Бегом, марш! Задавим их интеллектом! ХСМ готов! Да. Так, что это, 5? Потом еще надо будет 7. ТСМ готов! Эй!
побольше медиков. На помощь! На помощь! Нас окружили зерги! Если можете, помогите! Да, без проблем. КСМ готов! Так. КСМ... А? Доктора вызывали? Ну, профессионал, наверное, это делает супер быстро. КСМ готов! Так, вся армия. Наверное, вот сюда. Так точно, сэр! Выполняю! Конечно! КСМ готов! Доктора вызывали? Так, пока волна прошла, быстренько выручим. Плюс там прибавочка каких-то юнитов будет. О! Парни, как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Так точно! Что стряслось? Давай-ка еще бункер. Есть! Доктора вызывали? Так, этот построил. КСМ готов! Бункер что там на У? У далековато, конечно. Не, мне не бункер надо. Так скажешь! Так, еще надо будет 4, да? СМ готов! Доктора вызывали? Восемь. Так, где у нас КСМ? СМ готов! А? Сюда и еще бункер. Доктора вызывали? Я уже заждал. Приказы будут? Вооружен. Задавим их вентилятор. Бегом! СМ готов. Все понятно. КСМ, на ремонт бункеров. КСМ готов. Это пошел бункеры чинить? Хорош. А чё их там? Давай, чинить? Удиви меня! Нормально. Так, ломарика. Сразу сюда. КСМ готов! Держитесь! Помощь на подходе! Есть работёнка! Угу! Прочь с дороги! Чё, остается немножко, и еще какая-то будет это. Кому навешать? Фишка здесь. Я уже заждался. Может, еще бараки построили? Так, что у нас тут есть? Завод, завод есть. Казарма. Командный центр. Казарма. За дело. Вооружен и опасен. СМ готов.
срочно нужна помощь! Мы окружены! Кто-нибудь нас слышит? Дополнительные хранилища. Отдавим их интеллектом! Прочь с дороги! Короче, по три бункера есть защита нормально. Как скажешь! Погнали. Приказ получен! Конечно! Бегу, Мор! Рады тебя видеть, Рейнар! Ждем приказаний! Окей! Точняк! Выполняю! Так точно! Вас понял! Превосходно! Есть, сэр! Так, что там? 13 минут? Еще бы! Почему бы и нет? Отлично! Приказ получен! Давно бы так! Что не дождусь! Так точно! Почему бы и нет? Прочь с дороги! База атакована. Приказы будут? Выполняю. Вас понял. Требуются дополнительные хранилища. Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Дополнительные хранилища. Превосходно! Что стряслось? Будет сделано! Пристройка завершена. Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня! Вас понял! Так, и что? Что-то про туалет говорили. 3 минуты. Ну так и есть 3 минуты. Странно. Вооружен и опасен! Бегу, Мор! Приказы будут? Вооружен и опасен!
понял. Я уже заждался. Тут нормально. Кому навешать? Рекорд получен. Месторождение минералов выработано. Давно бы так! Посылайте подмогу! Будет сделано! Все понятно! Так точно, сэр! Где-то еще внизу есть. Так, сколько минут? Минуту почти осталось. Сейчас вот отсюда тоже иду. Вооружен и опасен! Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. Что положить? Месторождение минералов выработано. Так точно, сэр? Еще бы! Превосходно! Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Так, противников уничтожает нормально. Войск наличие столько-то, потери 17. Инкубаторы. 8 здесь. Это круто. Здания не потеряны, все нормально. Остальные ачивки там вроде как от сложности зависят. Погнали, что там дальше. Теперь вроде как на корабле будут тусоваться эти ребята. Ты чуть не опоздал, мать. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям открыть фронтальный огонь. Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару.
Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Что она хочет завершить? Хрен ее знает. Гиперион. Прикольное название для корабля. Мостик. Лютый музон. Такой. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз? Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Легче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Так, побазарить можно со всеми. Архив. Это задание выполнять. Там бомбишка. Сигнал. А, это куда переходить? Или здесь можно тыкать. Мостик это мы здесь, сейчас арсенал туда перейти. И вот компания лаборатория. Карта. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Да, было бы неплохо. Так, ну побазарить с этими пацанами. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется. Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Так, ну в арсенал. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся! Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного.
Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками. Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Так, консоль, звон. А так больше и нечего тыкать. Дом, милый дом. Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки? В арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами. Что, типа денег не хватает? Тут, говорят, стимуляторы. Неплохая тема. А можно или то выбрать, да? Быстрее и эффективнее. Больше не требуется лаборатория. Наверное, вот это надо учить. Так. А это 60. Ну, сначала это. Так, база. Чё тут? Дальность атаки силы так в бункере. Вместимость увеличивает. Я даже не знаю, есть ли смысл пока улучшать. Ладно, пускай пока так. Архив заданий, звездная карта. Ну-ка, а что там вообще? Сделка. Преступник, день независимости. А, это ролики, все. Синее — это задание. 3 из 25. Раз, два, три, выполнено. Закрыть. Карта. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Агрия была основана доктором Бернардом Хансеном, известным своими заслугами в области терраформирования. До недавнего времени колония была одним из крупнейших сельскохозяйственных центров и природных заповедников Доминиона. Кого-то там выручить надо. Интересно. Так, 3 очка исследования зергов. 4 очка исследования протосов и награда. 100.
Ну, надо сюда идти, наверное. Ну-ка, обзор. Огнеметчик, а здесь мародер. Только наземные цели. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Дополнительные задачи являются необязательными, однако за их выполнение вам будут начисляться очки исследования, открывающие доступ к производству мощных боевых единиц и разработке технологии. Это нормально. Солид под завязку. Эй, ковбой, я отправил к тебе огнеметчиков. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Сгораю от нетерпения. С пылу, с жару. Это запах победы. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. Приступим. Так, что там? Недостаточно минералов. Выкладывай. Что стряслось? Режим готов. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Режим готов. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Зараза. Кто на новенького? Недостаточно минералов. Есть работенка. ХСМ готов. Эй! Так. Короче, маршрут понятно, видно все. И там где-то еще реликвии надо искать. Что бы ни случилось, не останавливаемся. Вперед! ТСМ готов. Есть, сэр. Yes,
инженерный комплекс, казармы. Пехоту улучшать. А, кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги. Но почему у них никого нет? Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. ИСМ готов. Точняк. Как скажешь. Так, что тут бункер? Круто! Давно бы так. Еще бы. Почему бы и нет? Не дождусь! Высылайте подмогу! Колонисты в опасности! Прикройте их! Так, тут вроде доехали. Давай, удиви меня! Утка подгорает! Прочь с дороги! Приказы будут? Так, погнали. Здесь что у нас? Вооружение и броню. Улучшаем. До космопорта будь не близкий. Мы не сможем охранять все шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Ура! Сверхурочные! ИСМ готов! Вооружен и опасен! А точно! Кому навешать? Так, надо еще ремонт. Требуются дополнительные хранилища. Да строятся уже. Давно бы так! Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Завод. Ага. КСМ готов. Езжайте в космопорт. Давай, быстрее. Приказы будут. Так, эти ребята в бункер. Готов. А эти ребята. Задавим их интеллектом. Вот сюда. КСМ готов. Улучшение
База атакована. Режим готов. За твой счет. Режим готов. Я уже заждался. На колонистов напали! Мы должны их спасти! Где же еще реликвия? Я не помню. Режим готов! Войска союзников атакованы. База атакована. Режим готов! Так, еще три. Режим готов. Получается, давай, еще четыре, еще три машины будут. Режим готов. Неподходящее место для посадки. Зараза. Режим готов. Бегом, марш! Что происходит? Выкладывай. Приказы будут? Давно бы так! Кто на новенького? А? Чего пугаешь? За дело? Есть! Вооружен и опасен. Есть работенка. Улучшение завершено. Я уже заждался. СМ готов. Пристройка завершена. Кому навешать? Командир, скоро мы отправим еще одну группу. Режим готов. Сейчас это все построится. Режим готов. Огоньку. Кого подлатать? Еду. СМ готов. Подождите нас! Огоньку. Что за спешка? О, вот реликвия. Причем последняя. Давай, удиви меня! Высылайте мешки для трупов. Доктора вызывали? Все понятно. Вас понял. Заставим их интеллектом. Бегом, марш! База атакована. Доктора вызывали? Здесь нельзя строить!
Так, ну и все, дополнительные задания. Кому навешать? Высылайте подмогу! Обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Задавим их интеллектом! Бегом, марш! Так, что он еще может строить? Комплекс, казармы и ракетную турель. Только воздушные цели. Есть! Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Так, еще две группы. Вот это и еще одна. Кого подлатать? За твой счет. Так, здоровье немножко увеличено. Или нет? А, вот. Броня 1. Все на месте! Поехали! А! Чего пугаешь? Ага. Что происходит? Ура! Сверхурочные! Бригады будут! Напали на конвой! Поджарьте их! Вас понял! Все понятно! Что стряслось? Да! Будет сделано! Я уже заждался!
Так, где-то КСМ стоял. Да, КСМ. А, это наверх отправил, наверное. Есть работенка. Бегом, Мар! Так скажешь. Так, этих загрузили. Давай, удиви меня! Прочь с дороги! Здесь, сэр! Сэр, недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Отлично! Кому навешать? Давай, удиви меня! Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Подземный зерк. Хрен его знает, вроде дополнительного задания нет. СМ готов. Доктора вызывали? Так скажешь. Доктора вызывали? Вооружен и опасен! Кто на новенького? Интересно, доедем или нет? Ладно, сейчас узнаем. Доктора вызывали? Я уже заждал. Прочь с дороги! Задавим их интеллектом. Доктора вызывали? Приказы будут? Доктора вызывали? Видишь, как распространяют. Выполняю! Кому навешать? Вооружен и опасен! Короче, подземный зерк, это имелось в виду уже червяк из подземного. Пристройка завершена. Я уже заждался. Давай, удиви меня. База атакована. Приказ получен. Меня! Выполняю!
Здесь, сэр! Кому навешать? Я уже заждался. Приказ получен. Это были последние колонисты. Скорее, улетайте. Мы потеряли колонию, но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Да, без проблем. Достижение, эвакуация. Все, реликвии собрали. Здание не потеряно. Колонисты не потеряны. Но у нас потери, конечно, приличные. Сотка. Сейчас нам что-то прикупить будет. На 100 тонн. Мостик. Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как? Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Кают-компания. Надо же, 34 минуты спустя. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл. Так. А, наемнички. Наняты. Боевые кабаны. Двадцать тысяч как-то много. 4 ритма в корпе. Куча здоровья, урона. Прикольный наемник. Так, настройки. Что-то я хотел звук потише сделать. Общая громкость потише сделаем. На половинку, вот так. О! Значок. Забавно. Иногда до сих пор чувствую себя копом. Только теперь у руля плохие парни. Так, ну наемники, это купить у этого пацана. С Тайкусом побазарим. Лаборатория что-то закрыта. Вот зараза. Ладно. Видел доктора Хэнсон? А то. Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну. Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат.
когда ты начнешь разбираться в дамочках? Какие дамочки? У меня есть уже одна дамочка. Так, давай-ка другой музон. Новости. Донни Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия Зергова. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. Так, а это что? Джимми, надеюсь, тебе понравится этот сувенирчик. Это был главный приз в охоте на зергов. Мы взяли его несколько лет назад. Может, они принесут тебе удачу. Джирей, владелец Салуна. У Джирея на Марсаре. Ну, с Марсара, короче, какой-то сувенирчик. А телевизор я запишу на что еще. Так, арсенальчик. О, огнеечка. Летучая смесь газов, служащая боеприпасами для огнемета, довольно часто просачивается внутрь скафандра. Может быть, именно поэтому в ряды огнеметчиков набирают, как правило, ресоциализированных преступников или законченных пироманьяков. Огнеметы «Погибель» стреляют горючей плазмой, легко проникающей между шипами панцирей зергов. Некрупные зерги под действием плазмы буквально зажариваются в собственном соку. Огонь снимает с тела кожу, а с души грех. Огонь выжигает всю грязь, а мама с детства приучила меня к чистоте. Фрэнка Тилден, бывший серийный убийца и первый боевой огнеметчик. Надеюсь, это не он. Так, консоль. Ну и улучшение огнеметчиков. Где-то я читал, что они не особо нужны. Так, и я вот не помню, если берешь одно, пропадает другое. Больше не требуется лаборатория. Значит, на реакторе можно по два медика строить. Либо эффективнее. Как сделать лучше? Чтобы быстрее лечили. Попробовать так. Попробуем быстрее сделать. Хотя, трудовато, нет? Область действия на 40%, броня на 2. Так, 60 тысяч. Давайте простим пакет.
позволяет использовать симуляторы. Бегают быстрее, короче. Смесь адреналина, эндорфинов и гормонов гнева позволяет на короткое время увеличить силу и скорость движения морпеха. Настолько сильное воздействие морпех вкладывает в собственное здоровье. После нескольких применений препарата крайне рекомендуется пройти курс лечения. 10 минут урона. Боевой щит М98. Усиление брони жизненно важное для любого морпеха, сражающегося на линии фронта. Может показаться, что 30 мм многослойного углепластика несерьезная защита, но полевые испытания показали, что выживаемость морпеха повысилась на 25%. Для обучения медиков больше не требуется лаборатория. Хранение медицинских препаратов обычно требует особых условий, но разработанный в исследовательском центре Панацея складской блок можно размещать непосредственно в казармах. Теперь обучать медиков и снабжать их всем необходимым может при не пристраивая лабораторию к казармам. Медики лечат на 25% быстрее, затраты энергии медиков на лечение снижаются на 33%. Стабилизаторы – это новое поколение нанороботов, которые быстрее вводятся в организм и лечат намного эффективнее. Покажите морпехам, что заботитесь об их здоровье, снарядите медиков стабилизатором. Давай. 45 тысяч. База. Да пока не буду это улучшать. Что-то я даже не знаю. Вот так, мне кажется, неплохо. Это компания, мостик. Нанимать тоже пока не буду. Хотя прикольная тема. О! Сначала поговорим. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Как всегда, все. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Ну, звездная карта. Так, здесь вот эта бабуля говорит, что-то есть. О! Минеральные ресурсы Редстоуна стали основной причиной конфликтов. Между различными шахтерскими гильдиями со временем переросшего в полномасштабную войну. Так, а как это? Просмотр доступных заданий. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей, и на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь, пока не поздно. Так. Здесь, короче, этой бабе помочь. Может, лаборатория откроется. Здесь что? Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше.
деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Неплохая тема. И здесь... Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Ну что, сначала вот эти две по краям, а потом уже сюда. Вроде как так я проходил первый раз. Потому что всегда охота сделать дополнительные задания. Баблишко подкопить, вот эти машинки пооткрывать. И здесь сейчас сохранюсь, потом запишу еще разок. Система Майнхоф. Что тут у вас, док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Знакомая история. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О нет, эти существа зараженные беженцы? Это хуже любого кошмара. Да, совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть, вирус сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док. Мы остановим эпидемию. Эпидемия. Атакуйте при свете солнца, отдавайте предпочтение быстрым боевым единицам, чтобы успевать возвращаться. Есть работенка! Выкладывай! Так, сохранить. Так, это что сейчас я сохранил, да? А это ч... Ладно, хрен его знает. Ну все.